До конца года в Чебоксарах должны открыться еще 3 детских сада, автомобильные дороги по улице Асламаса и в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в администрации города на еженедельной планерке. Вопрос с проблемными детскими садами в столице постепенно решается, отметили в городской администрации. На этой неделе заработает детсад в микрорайоне Садовый, на следующей – в Кувшинке. Одним из последних планируют открыть дошкольное учреждение в Заволжье. Сейчас там ведутся отделочные работы. Из проблемных, наверное, озвучу только микрорайон Солнечный, где подрядчик Чистрой. Вот там пока тяжелая ситуация. Работаем с ним ежедневно, по 5 раз в день на контроле. Но, скажем так, активности, которая необходима для ввода до конца года, пока еще не достигли. Да. Работу активизировать именно с ними тогда. Да. А что по дорогам? Как у нас эти... По дороге Асламаса работы все завершены. Сейчас документация в экспертизе. После выхода заключения экспертизы будем вводить объект в эксплуатацию. Планируется, что на этой неделе мы получим заключение. По дороге Солнечной, там оставшиеся работы на участке 200 метров, ведутся работы на разворотной площадке. Из всей протяженности где-то на 80% асфальтобетонное покрытие уложено. Планируем тоже завершить и вводить до конца года. В 2014 году была проведена модернизация школьных столовых. Большой объем работ уже выполнен, но еще есть потребность в обновлении электроплит, посудомоечных машин, холодильного оборудования. На реновацию требуется 27 миллионов рублей. Продолжается работа и по демонтажу металлических гаражей, признанных бесхозными и расположенными на дворовых территориях. В 2017 году их было более 900. Сейчас количество снизилось вдвое. Работу по демонтажу необходимо продолжать, отметили в администрации города.